Дорогие друзья, всем привет! Вот добавили еще один новый режим, интересный причем режим в Brawl Stars. Это ШД с бустом, с банками, да? Короче, берешь баночку, вырастаешь, становишься большим-большим. Вот, смотрите, собирай энергетические напитки, чтобы за короткое время усилить урон и атаки. Не знаю, у новичков, возможно, этого режима нету, потому что, ну, я не знаю, сколько у вас кубков, все дела. Вот, оно просто с определенного деления кубков, да, открывается, или с определенного уровня. Со мной, кстати, забыл сказать, гость новый, Лал Ю, понтуется сейчас своим Мортисом, у него 700 кубков на Мортисе. Привет! Всем привет! С 800 вот. Кубков открывается карта. Со скольки? С 800. С 800 кубков. Ну вот, у кого есть 800 кубков, уже могут в этом режиме играть. И мы сейчас вам покажем, чем и как здесь тащить. Вот, прямо сейчас подпишитесь на этот канал и на мой второй канал для стримов. Сегодня будет стрим по Brawl Stars. Приходите, зададите, возможно, больше вопросов. Подробно расскажу, что вас интересует. Это для новичков. Поехали, готов? Да, забыл сказать, да, Лал Юж, он, короче, не просто так сюда пришел, он хотел сказать о том, что у него есть свой канал по Brawl Stars, и он играет очень круто, и, короче, может вам много чего рассказать, ссылка в описании, подписывайтесь, вот, на его канал по ссылке в описании, и там, короче, лайки, дизлайки, все, короче, ставьте, чтобы все было у него там нормально, чтобы у него все было, дизлайки тоже надо, это без дизлайков никуда. Да, а, так это тут такая карта, блин, чё ж ты, блин, не сказал, что тут надо Пайпер, Херайпер? Да, хорошо, ладно, пошли тащить. Итак, ты за Динамайка скилловый, мне Арти сказал. Я, да, за Динамайка вообще красавчик. Ну, давай, на Нита накидывай. Ты не умничай тут. Я ж скилловый, не ты. Выиграем. О, банка, банка, ты возьмешь, лучше ты бери, я с Динамайком... Ага, я вижу тут пацаны. Давай, я сейчас прыгну, смотри. Вау! Дай, подожди, я сфоткаю. Дай, скриншот сделаю. Оп. Блин, красиво. Бери. Ты что, банку это ни разу не... Нет, прикинь. Смотри, в кого прыгнуть? Давай в Ниту. Тигр. Тигр? Да, тигр и ворона. Ага. Так, мне нравится. Слушай, мне нравится. Блин, я очень хочу постримить этот режим. Мне по кайфу. Я же модифицировали эту банку, только... теперь она как коктейль какой-то. Так вот, да, я же о чем говорю, что она была не такая. Нита возродилась обратно. Иди сюда. Вон, где? Убивай их. Я постою. Где? Смотри. А где они? Спайк, вот. А, Спайк. Пошли, давай, я буду прикрывать. Иди бери банку. Да ну я ее. Прикрыл. Ну да, ее убивать нельзя. Ой! Ну это мой напарник затупил. Сейчас, короче, все будет нормально. Так, все, соберись, поехали. Извини, пожалуйста. Я много прощаю. Я такой, знаешь, человек, короче, часто прощаю. Блин, а что такое? А как Джесси работает? Как мы умерли, блин, последний? А что ты именно ворона взял? Может, возьмешь кого-то посерьезнее? Ну, чтобы дамаг был, не? Посерьезнее дамаг. Ну да. Ну, я не знаю. Ну, к примеру, Спайк, Брок. Да, во, нормально, погнали. Во, да, вот, вот этот человечек нормальный. Я бы тоже его взял, но он у меня первого уровня. У меня сегодня, завтра будет 10-го. А, ребят, первая каточка, она такая, знаете, первый блин комом, не обращайте внимания. Так, давай же расскажем новичкам, как и чем тут тащить. А то, что мы играем, общаемся. Значит, во-первых, эта карта, она не только в этом режиме, а вообще ШД эта карта, она чисто, ну, дальники. Такие карты, как Кольт, Брок, Спайк, Пайпер, Пэм. Такие персонажи на этой карте очень хорошо тащат. Вот ошибочно люди берут ближников, там Була, Шелли. Не, они, конечно, тоже тут могут затащить. Но это стоять в кустах надо и выжидать. Это не очень интересно. Берите лучше дальников. Да и тем более против вас все равно затимится. О, бля. Ну, сука, ну только сказал про этого. Не, не иди, зачем, нахера? А, ты шаришь играть, я забыл. Да. Хотел сказать, ты чё, Бул же, он ближняя атака. Да нахера ты подходишь, я не могу просто на это смотреть. Вот, всё, сейчас ты возродишься, ему убьем. А, да, тебе надо сдохнуть, если я возражу. Так, ну, давай, просто, я закидываю, играет. Я закидываю. Их банки, это нельзя подпускать, уходи. А нормально, не ссы в компот. Несу, меня убили. Уходи, беги, откидывайся.
откидывайся. Ну не учи играть, ну я же уже 100 лет в эту игру играю. Ну. Так я сейчас откинусь. Так. Ой. Ну, удачи. Спасибо. Сука, мудозвон. Да, нет. Шелли плюс одна банка. Ну ты красавчик. Слушай, они сегодня сдохнут кто-то, нет? А ты подождешь, чтобы я риснулся? Да, по-братски. Да, я знаю. Я в этом деле профессионал вообще. Кыш. Красавчик. Оп. Так, полетели. Да мне опять был, короче. Красава. Все, я тебе банки эти не отдам. Да забирай его. Убивай. На тебя вся надежда. Точно? Попади, пожалуйста. Ты веришь в меня? Ну, пожалуйста. Да ты видел, как она четко минсовала? Вообще, блин, классно. Я видел, как ты четко не попадал. Да, сука, с динамайком трудно попасть. Вот Барли бы я ее точно бы, да, растоптал. Ну так возьми Барли. Не, мне надо динамайка прапать. Ну так прапай Барли. Так, все. Пошли, не будем заходить, а то мы сливаемся. Ну топ-2 аж тоже нормально, топ-2. Ну топ-1 лучше. Топ-1 лучше, да. То есть ты считаешь, что мы могли там выиграть, да? Да. Да мы там выиграли вообще, просто иллюзия была. Показалось то, что... Ладно. Тут меня сейчас убьют. Нет, не убьют. Все плохо, да? Две длины этих стреляют. Давай, короче, баночку забери, по идее. А я там буду подстраховывать. На расстрел. Не-не, я подстрахую. Ну вот, подстраховывай сам себя. Ладно, я пойду заберу, короче. О, баночка, коктейль, сюда иди. Моя. Бери и погнали. Смотри, я такой отвлекающий маневр. О, она сама к нам подходит. О, у Нита 6 банок, давай. Ой-ой-ой. Ну, куда ты пошел, а банки собирать? Лол, ты че, приколист? Меня убили. В смысле тебя убили? Ты что, зачем? Меня Пайпер, отбегай вот так, беги вокруг. Беги вокруг? Я их всех, да, вот так, вон туда, прячься за эту херню. Ты будешь их наказывать? Да, я буду очень больно их наказывать. Все, Спайк буду... взял банку, наказывай. Сука, вот это дура. Тут еще Пайпер с банкой. Ты нахер ты умер, я не пойму. О! Две банки, сейчас подожди. Подожди меня, подожди, сейчас мы их накажем. Оп. Да мне к банке подойди хотя бы. А так а ты где? Я думал, ты возродился уже, блин. Бля, ну я, короче, с ультой вообще красавчик. Тут еще одна. Ты веришь еще в нашу победу? 15 банок. Еще не, одна. Ну побегать весело, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой! Да ну, ну нах, ну что ты творишь, блин? Да не может такого быть. Да ты ладно, да вообще. Пайпер. Ее нужно прессовать, ну попадай, ну пожалуйста. Я попал. Сейчас Спайк возродится. Да все, ну... Блин, не, если бы у меня не банка, я бы ее вынес. Ну да, кстати. Да блин, у меня вообще банок не было, что я сделаю? Ну вот видите, пацаны, вот так вот надо тащить. Найти надо рукастого тиммейта и тащить. Ну вот как я, например. Блин, ладно, я, ребят, часто вот с сарказмом, с шутками разными говорю. Я понимаю, что большинство моих зрителей вообще не вдупляют, где шутка, где нет. Если чё, это сарказм. Я играю плохо, лолью хорошо. Я не знаю просто, как можно не понимать, где я рофлю, где нет. Я вот читаю комментарии, я просто поражаюсь. Настолько вы не понимаете, где я говорю всерьез, а где я реально просто угораю. Я просто пояснил, а то мало ли. Хотя все равно мне... Тут Спайк продамажил его, пожалуйста. Ты не умничай тут, понял? Да, ладно. Ну и все. Понял. Ой, хорош. Конечно, хорош. А, дай. Блин, ребята, я, короче, сегодня в этом режиме с Динамайка апну на 500. Не, Спайка сегодня апну на 500. Или Леона, короче, еще лучше. Все хорошо. Банка. Надо забрать тебя у Дэрил. Не умничай. Он бежит ко мне с банкой. Пиздец. Нет, он закатился ко мне с банкой. Ты где там? Тиммейт,
Приди. Зачем? Пожалуйста, помоги. Это дуо шоудаун. Да? Я умер. Смотри, короче, когда летят ракеты, уворачивайся от них. Хорошо, забирай банку, понял. Блин. А чё ты, вон там, смотри, бокс один. Я пойду заберу бокс, да? Да. Там Пайпер ещё, снизу. Я вижу. Ой-ой-ой. Ёб твою мать, уходи. Смотри, он тебя не убивает, а чё? Капец. Потому что он косой. Это, кстати, та Тима, которая нас в прошлый раз убила. А, точно. Блин, если бы сейчас ушел бы, они бы меня не нашли. Это они, кстати, меня и убили внизу, да-да-да. Еще раз погнали. Убивают. Да я поменяю, я покажу, кто здесь, батя. Кто? Я. Все, поехали. Сейчас будет. Ну ладно, ладно, раз хотите интересной игры, поехали. Можно не так жестко. Нет. Нельзя. Только так. Только жестко. Но у тебя скина нету, мы не похожи на ту Тиму. А, кстати, что там у Була бесплатный скин появился? Можно теперь брать? Какой бесплатный скин? Не знаю. Я видел, что у Була можно бесплатно теперь скин получить. Не знаю, за у какие. У Барли можно бесплатно скин. Барли, Шелли и Бул. Ладно. Нет, Була не знаю. Ну, посмотрим. Ну все, тогда не умничай. Поехали. А, это хорошо. Забирай. Сам забирай. Я не буду забирать. Я тоже. Ну и все. Пускай валяется. Давай. Пускай забирает тот, кому надо. Я и не буду подбирать. Это как пранк. Возьмите тот, кому не жалко. Ну, она забрала, прикинь. Помоги. Ну, ты взял. Где батя? Я не вижу бати. Ну, блин, батя сейчас вернется через 10 секунд. Возвращайся, возвращайся. Возвращайся! Возвращайся! Ну, я вернулся. Жесть. Я вообще-то записываю видос, как тащить в этом испытании, режиме, а не как сливать. Все, я понял, тащить? Тащить! Смотри, ни разу не умру, убью 10 человек. Нет, 10 много, 5 человек. 5 человек, все. Давай, если я убираю, то все подписываются на мой канал. Окей, если, ребята, он убивает 5 человек и не умирает, подписывайтесь на канал. Если нет, отписывайтесь. Давай. Я так не был согласен. Ну все, уже поздно. Мы со зрителями условились. Так, найди мне противника. Ой-о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 й-
Так. Кыш. Кыш. Все, возрождайся, иди убивай. Все. Нет, там Леон. Так убивать или не убивать? Умирать. Панк, прикольно, убей. Видел я на автоатаке три выстрела, все в никуда. Я попал в Леона. Я видел. А, блин, что такой короткий? Ну, таким ты родился. Ой. С таким. Ого! Там вообще хп осталось мало у этой. Пайпер. Да. Ее зовут Пайпер. Ее зовут Пайпер. Ой-ой-ой, там смотри что. Куда ты идешь на них? О, хорош. Давай, корова. Хоть я выжил. Все, иди в кусты, тебе больше никуда нельзя, ты с кустами сливаешься. Все, я в кустах. Нет, ну сейчас выстрел один тебя. Давай, давай, блядь. Да ну что ж такое? Да что ж так не везет-то, а? Ты серьезно хочешь против 16 банок сейчас сыграть? Да мы вытащим. Хорош! А меня-то оставил там? Чтобы ты вытащил. Нормально я вытащил. Блин, так. Ты и игра Brawl Stars не... Что? Да я тащил весь бой, ты умирал постоянно, я... Ты так и не убил 5 человек, поэтому отписывайтесь от канала, пацаны. Нет, подписывайтесь, я убил 5 человек, я в душе убил 5 человек. В душе? Ну вот в душе они и подпишутся. Я 5 банок убью сейчас. Где-то коробки. Один. Пау. Пау. Два. Пау. Два. Блин, ты все игры отхватываешь что-то от всех.
Ты что, прикалываешься? Ни разу ни от кого не отхватил. А, убивай ее. Кто по мне попал? Мексиканец. Мексиканец? Ну да, прима. Беги! Тихо, больно. Она меня не видит, она меня не видит. Я беспалевный. Смотри, смотри, вот прикол, смотри, прикол. Ой, откуда она увидела меня? Сейчас я раздам. Давай, 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 раздавай. Все, на, вхлебало просто. Иди ко мне, сладенький. Убил? Скажи, что ты убил. Убил? Убил. Да. Мортиру убей. Сука. Там Брок. 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 Я убил Шелли, вторую. Бля, убил. Нет, только нет. У Леприма сейчас будет банка. Я убегаю вообще. Хер меня кто догонит. Я вообще в середине карты. Вот тут крест. Я на кресту. Все, я вообще в жопе. Ой, там у этого, у воробушка 11 банок, если что. На секундочку так. А-а-а, все, понял, принял. Давай, 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 давай. Ну, что ты не попал по Шелли, блин? Бежим. Там еще одна банка. Сейчас будет попытка номер два. Может, лучше сейчас я возьму? Хотя нет, лучше ты бери. Полетели. Все. А где, где? Че у нас еще три команды? Я не понял. Ну давай, блядь, сука! Последняя тычка оставалась. Дайте банку кто-нибудь. Оп, о, давай, давай, давай. Так. О, попал. Давай на вора... Оп, попал. Ну все, они сейчас скрипу там между собой будут. Эту Шелли можно, да. Давай, 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 давай. Давай, ты сдохни. Попади. Кидай в нее, кидай в нее, кидай. Все, что, что есть, что можешь. Кидай, попади, только попадай. Нет. Только попадай, попади. Все, короче. Продолжение будет на стриме. Если вам интересно, сколько я подниму сегодня кубков, а в этом режиме я подниму много кубков, приходите. В этом режиме очень круто тащить, ну вот вы сами видели, наглядный пример. Вот. На самом деле, если честно, ребята, у Лалью просто высокие кубки, и меня кидает на таких же игроков. Если бы я в соло катал, меня бы кидало на таких же, как и я. Поэтому было бы проще играть. Вот, поэтому приходите сегодня на стрим, будет больше онлайн-каток, ссылка в описании на канал для стримов. Вам удачных сражений, всего хорошего, не болейте и до скорых встреч. Всем пока. Пока-пока-пока.